Кыргызско-турецкий университет Манас. Уважаемый абитуриент, регистрация на участие в отборочном конкурсе проводится в онлайн-формате по адресу abiturient.manas.edu.kg. Выберите язык регистрации. Выбираем русский. Далее введите номер сертификата ОРТ правильно и полностью. После этого правильно напишите в разделе CAPTCHA текст и нажмите «Начать». На следующей странице заполните соответствующие поля с набранными баллами по основному и предметным тестам. Далее загрузите фотографии или сканы сертификата ОРТ и паспорта в нужные поля. Записи и фотографии должны быть отчетливо видны. Если же у вас военный билет, то соответствующие страницы военного билета загружают только те, кто сдал ОРТ и прошел срочную военную службу. Обратите внимание на правильность введенных вами номера телефона и адреса электронной почты. Это важно для обратной связи с вами. В случае неправильного заполнения вам отправят SMS-сообщение. После того, как вы полностью введете эти данные, надо поставить галочку там, где написано «Я несу полную ответственность за достоверность введенных мною данных». И только после этого вы нажимаете «Выбрать направление, программу». После нажатия появится перечень направлений для выбора в соответствии с вашими баллами. В разделе «Выбора направления» вы можете выбрать только одно желаемое направление или программу, а также ознакомиться с количеством квот и абитуриентов, выбравших данное направление. После того, как вы выберете направление, нажимаете «Регистрация». Таким образом, вы зачисляетесь для участия в конкурсе. Сотрудник приемной комиссии проверит введенные вами данные и в случае правильного заполнения включит ваш сертификат в список отборочного конкурса. Кыргызско-турецкий университет Манас. Будущее в наших руках.